Кажется, мы бежим на север. Точно на север. Значит, что? Это тот самый писец, про которого радио объявляло. Если он бежит на север, значит, он писец. Если он писец, значит, бежит на север. На север, на полюс, на северный полюс. На полюс, на полюс, на полюс, туда, где макушка земли. На полюс, на полюс, на полюс, где в юге весь мир замели. Где ветер свистит по-матросски, где бури, где льдины, где град. Где бродят в холодных снегах недопески, где служит на флоте мой брат. Шапку сменил, а то как раз на полюс-то ухи и прихватит. Некогда, некогда, дед Карасев. На полюс, на полюс, на полюс, пора мне на полюс, пора. На полюс, на полюс, на полюс, где айсберг стоит, как гора. Я буду сражаться отважно с огромной ледовой горой и стану однажды, а может и дважды, а может и трижды герой. Я буду сражаться отважно с огромной ледовой горой и стану однажды, а может и дважды, а может и трижды, а то и пятижды, семижды, восьмижды, одиннадцатижды, одиннадцатижды герой.